Праздничное мероприятие «Молодежная столица России. Семейный выходной в креативном пространстве» устроили во Владивостоке в рамках всероссийского проекта «Всей семьей». Праздник приурочили к открытию нового молодежного центра, расположенного в двухэтажном здании на улице Аксаковской, 12. Сегодня это больше семейный праздник. Мероприятие для семьи. Вообще креативное пространство, я уже ребятам говорила, я хочу видеть результат, креативный продукт. Кого мы ждем? Ждем мы всех вас в любое время. Задача поставлена, чтобы здесь приходила молодежь душой, по возрасту и так далее. Даже если у них нет инициативы, они должны здесь быть постоянно. Потому что напитавшись этой атмосферой, этим воздухом, у них появится какая-то идея. Для гостей нового креативного пространства подготовили насыщенную программу. На двух этажах расположились игротека, мастерские и студия для подкаста. Одним из главных центров притяжения стала интерактивная площадка, где проходил мастер-класс по домашней выпечке, в котором со всей семьей приняла участие заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова. Отметим, что креативное пространство открыто для творческих и инициативных приморцев. Подробную информацию обо всех мероприятиях можно узнавать на официальных страницах сообщества «Молодежь Приморья» в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.